Чтобы удача улыбнулась, будущие журналисты пришли на мероприятие со своим неизменным символом – жирафом. Участники говорят, что заряжены позитивом, когда рядом такая поддержка. Мы пришли болеть за команду Института социально-гуманитарных наук. Мы желаем задора, энергии. И победы. И победы. Позади 5 дней отборочного тура. Сегодня финальное выступление на большой сцене университета. А впереди гала-концерт, на котором выступят самые яркие участники конкурса. У первокурсников есть уникальный шанс громко заявить о себе и раскрыть свои таланты. На сцене было присутствовать очень классно. Мы выступали первые. Очень поддерживала нас хорошо эта наша группа. Они приходили, чтобы поддержать нас. Все очень зажигательно было, самоорганизация очень хорошая. Потом все очень понравилось. На сцене первый раз Юргу выступать очень приятно, очень круто. В общем, эмоции меня не отпускают, все было классно. Подготовка к мероприятию длилась около месяца. В организации и планировании первокурсникам активно помогали их кураторы, чтобы все прошло на высшем уровне. Так как я являюсь куратором первого курса и ответственна на кафедре журналистики за воспитательную работу, я помогала ребятам, координировала их работу, проверяла сценарий, ну, конечно, идею, воплощение. Они все придумывали сами, сами снимали видео, сами все монтировали. В общем, они тут сумели соединить творческую работу и работу журналистскую. Конкурс проходит по нескольким направлениям. Вокал, инструментальное исполнение, художественное слово, конферанс, хореография и оригинальный жанр. Также жюри оценивало в целом фестивальную программу институтов и высших школ. На отборочном туре, конечно же, было очень много участников, очень много желающих. Но уместить всех в программу сегодняшнюю, конечно же, невозможно. Поэтому мы выбрали наиболее яркие номера. В искусстве нет ни лучших, ни худших. Искусство, оно для всех одно. Вот. Но выбрали именно яркие номера, в которых есть идея, есть великое желание студентов что-то показать на сцене. На отборочном туре выступили около 300 участников. В итоге около 100 человек вышли на сцену Юргу в финальном этапе конкурса.